Здорово, пацаны! Сегодня 24 число, сегодня Пасха, прекрасный день, хоть и идет сегодня дождь, но мы решили все равно выбраться в лес и снять видео, которое нам рекомендует снять YouTube. YouTube скоро закроет, и мы вот одно из последних, наверное, видео. Да ладно, в принципе, дело не в этом, мы просто захотели в лес сходить со Славиком и пожарить каких-то немыслимых шашлыков, которых мы насмотрелись, короче, в Ютубе. Там, говорят, их фольгу там что-то обматывают. Вот мы сделали именно вот так. И теперь ждем, короче, выхлоп от этой всей чепухни. Вот сейчас покажу вам. Вот это, пацаны, какой-то немыслимый шашлык. Там какой-то... Купили в магазине доброцены, или как-то, короче, супер мелкие цены. Какой-то кусок сала там. Сало, блин. Какое-то написано было офигенно, какой-то шпик с чесноком. Вот порубили мы этот шпик с чесноком. Потом туда картошки нахренарили и лука. Поперчили, посолили, и вот теперь как бы пытаемся это все зажарить. Обернули фольгой, как нас там научил один тип. Ютубер. Ютубер знатный там. Все время про какую-то жратву там он рассказывает. Я думаю, да, хоть попробую, как это вообще все происходит. Никогда так не делал, всю дорогу картошку просто пек. Дрова мокрые у нас тут сегодня, блин. Ну, разожгли, кстати, это вот... О, ля, Славик букву Z сделал там. Какой это, да, или что это? Спецоперация проходит. Вот, да, спецоперация вот проходит. Шашлык. Шашлык. Ну и вот как бы все равно разожгли костер без помощи розжига. Лес вот такой пустой, листвы никакой тут нету. Ну, можно сказать, после зимы он не особо засран, как бы нормально так все. Ну что тут у нас еще есть? У нас вот, я вот, так как у меня болит нога очень сильно, когда я тут хожу по всякой неровной поверхности, я ношу с собой стул, сажусь на стул и сижу потом, когда тут, нога устает. Тут кто-то гуливанил у нас. Гуливанил какой-то козел, блин. Оставил какие-то красные перчатки, то ли в крови, то ли не пойми о чем. Короче, непонятно, что они тут в перчатках. Какие-то грабители в перчатках были. Сейф ломали. Сейф ломали. Да, вот здесь вот такой лес. Мы глубоко заходить не стали, потому что там что-то ужасное. Тут вот какие-то сеточки висят, сети, не знаю, от комаров сеточки. Вот такая большая сеть от комаров тут висит. Я не знаю, правда, что это такое. Наверное, кто-то прятался от дождя. Тут кому-то даже дождь был сильный, не помеха, ходили в лес. А так в лесу прикольно. Весенний лес, он вообще прикольный. Тут он какие-то старые деревья есть. Ну, лес, да. О, кого-то сожрали. Во, кость какая. Вон сок какой-то текет. Что за дерево, непонятно, блин. Но сок какой-то текет. Ребят, вы слышите, как шипят наши шашлыки? О, этот божественный шип. Слав, это что шипит-то там хоть? Не знаю. Там мясо и картофель. Классные золотистые шашлыки. Смотри, вот он. Вот это зашипели. Это вам не просто так. Это вам не это. Это вам не это. Это вам вот это. Шипят. Как там по-деревенски? Хорошо шипять. Шипять. Замечтательно. Замечтательно шипять. Ну вот, ребята, наши шашлыки в процессе, настроение у нас бодрое. Бодрое, да. Да, нога у меня пока что не очень сильно болит, но я тут особенно не хожу. Ожидаю. На пятаке кручусь. Ожидаю. Так что пока все хорошо. Что тут у нас? Не знаем, сколько их вот надо жарить. Слава говорит, они, наверное, уже превратились в уголья. Нет, я не согласен. Нет. Думаю, надо дать еще пропечься. Ну, 10, я думаю, еще. Как там говорят, напишите в комментариях, сколько минут надо держать. Сколько минут вот это держать тут надо на костре. На огне вообще. А то непонятно, сейчас развернешь, оно там сырое будет. А поздно развернешь, наверное, будет сильно зажаристое, как ты любишь.
Черная. Ну, черная вещь, углерод. Это же полезно. Для организма углерод. Ну, не знаю, как всегда, продукты все из магнитов и магазина Доброцены. Все хотите... Нет, светофор. А, вот. светофор. Слава Светофору. У нас, да, у нас, короче, какая-то фирма арендовала ангар один, написала Доброцены. И, короче, 2 месяца он работал, потом резко его свернули, ну, все говно выкупили. Короче, и все, закрылись и уехали. Я думаю, вот это люди деньги делают. Арендовал сарай, загрузил продуктами, как со склада, расшуровал это за 2 месяца. Все, бабло получил. Ну, Доброцены. Да. Все отлично. Видать, какими-то вагонами уж они грабят. Хрен, откуда Виксток? Вот, Слава, у Славы версия грабят вагоны. Блин, откуда Виксток товаров? Наверное, это из поезда Москва-Пекин. Китайцы переправляют через границу, там братва налетает, чик-чик-чик пошинковала все эти вагоны и по стране поехали. Или вообще просто перецепили, другую ветку отогнали. Как-то так. Ну, просто сам прикинь, где столько можно взять? Столько вот этих ушей. Я принес сколько когда вот, товар, этот, вот этот кусок, а он такой, знаешь, какой-то полукруглый такой, и вмятый. А мне супруга говорит, это, говорит, ухо. Я говорю, да ну нафиг ухо, у свиней уши не круглые, как у маленького слоненка. Ухо. Ухо маленького слоненка. Мы жарим вот здесь. Уши на самом деле вкусные. Они, знаешь, они в КБ продаются там. Уши? Да, для пива написано. Такие вакуумные упаковки. Ну это уже просто безотходное производство началось. Раньше что-то я ушей не видывал. Только если в деревнях какой-нибудь дурак там уши сходит с ухом, скоблит. Мы как-то в одну деревню приехали. Я знаю, они его ходят там, блядь, такой с ножом ухо скоблит. Я такой на меня смотрю, что ты делаешь? Он такой, жевать! И такое, это ухо, как начал грызть. Я думаю, ни хрена себе. Когда их не готовишь, хорошо. Деревенская жвачка, это ухо свинячье. Это свежее. Его палят эти паяльные лампы. И все, и они сырым его жуют. А нахрена? Хрящи вот эти масла. Да, охуенно, на самом челюсти деле. Челюсти, если только развивать. Ухи, это вещь. Чтобы потом орехи колоть. А еще хвосты продают. Хорошо, хвосты продают еще. Хвосты тоже, да. Как кальмары. Кальмары. Как кальмары. Хвостики кальмаров. А этот покупал в магазине желтый волосатик. Волосатик. А, желтый волосатик. Волосатик. Да покупай. Я не пью просто так. Я, знаешь, я люблю эти. В КБ не продают. Анчоусы соленые пью. А, да, есть. Вот они нормальные вообще. Нормальные. Да, но они дюш соленые. Дюш соленые. Дюш соленые. Или там съешь этих анчоусов, потом вся пасть горит. Здесь сара арахис жареный такой. В конце там самый ништяк. Арахис это земляной орех, да? Это не орех вообще. А что это? Херня какая-то. Я не знаю, как это к какому классу относится. Это синтетическая штука. Нет. Натурально, но это не орех. Земляной орех, по-моему. Нет. Это другое. А у меня на даче в земле растут. Ну, они в земле растут, но это не к ореху, не имеет никакого отношения. Это какой-то корень, типа имбиря, что ли? Как картошка. Нет, что тоже орех. Когда, знаешь, выдернешь... Это корнеплод! Это корнеплод! Когда выдернешь какую-нибудь, а там вот такие все облепки. А ты еще какие корнеплоды знаешь? Какие корнеплоды знаешь, Слава? Начинается рубрика «Аптека Славы Боцмана». Вячеслав, какие вы знаете корнеплоды хорошие такие, бодрые? Свеклы. Свеклы. Морковка. Да нет, которые вставляют. А, вставляют корнеплоды, не знаю. Нет таких корнеплодов. Может и есть, не знаю. В нашей, так сказать, полосе они не произрастают. А слышал, это петрушку почему-то запретили сажать. А что с петрушкой? Не знаю, типа там я почитал, типа там это, в зелени содержатся эфирные масла какие-то там сходные с наркотическими. Ну и сколько же этой петрушки сажать? Не знаю. Вагон петрушки вмял. Такой вставил вы так сильно. Вставил. И пошел, бы. За нее еще штраф 5000. За то, что вагон петрушки вмял. Что выращивает. На огороде.
Да что за бред такой? Ну, бред, ты сходи, возьми и почитай. А как ее покупают, в магазине продают тогда? Не знаю. Магазин нас спрашивает, наркотики торгуют. Твою мать, какой бред! В корне, там не в самой петрушке, а в этом, в корне. А, в корне? В петрушке, да, там это, не само растет. Я всегда говорил, в корнях вся сила. В корнях вся сила. Там не сама зелень. Да понял. А еще говорят это, была такая книжка, да? Энциклопедия анархиста. Там говорят это, банановую кожуру надо варить. Там не варить. У нас один тип варил банановую кожуру. Там, короче, я что считал? Банан съел и ножом вот это вот белое, вот эту хрень, которая... В литературе у человека 5. Твердая. И он ее ощущаешь, сушишь, а потом забиваешь и куришь, короче. А он там вот эту херню пил, не вставлял. Я насчет курить знаю, а насчет пить не знаю. А что там еще в этой книжке было? Ой, да там много всякого говна. Такого я даже не запоминал, потому что знаешь, бред какой-то. Ну, так. Там не было этого, как там книжка была еще? Словарь блатного жаргона. И там типа накол, татуировки и всякие значки, которые... Что он означает? Да. И там вот такая вот картинка была, Слав. Ну, там картинка, там что знаки там обозначают. Там такой тип такой, и лицо у него такое хитрое, такое показывает вот так. И написано такое, предлагает покурить аношу. Другой там чувак был нарисован, показывает вот так. Вот, Слав, смотри сюда, такое показывает. И такое... Там типа предупреждает рядом менты. Ну и там всякие подобные. Ну блин, ну цирк, ну согласись. Ну конечно. Нет, знаю, этим делом занимаются те, кому делать, заняться нечем, понимаешь? Им заняться нечем, и они вот это вот бред, вот этот он. Ни разу даже не пробовав наркотики, люди пишут, бля, о таком что-то там прямо, пиздец. Ты сам попробуй тогда, скажи, что ты, блин, пишешь книжки, да, тут гад, безосновательно. Безосновательно, а как? Да. Блин, и 99% психиатрии. Вот шашлык уже какой стал у нас, золотистого цвета. Врачей, наркологов тоже нихера не знаю. Всем мясо, пацаны, всем мясо. Золотистый шашлык. Ну, многие же говорят, а посмотрите, какой у нас золотистый шашлык. Вот золотистый шашлык. Вот он. Слава! Иисус воскрес! Да, воистину воскрес. Давай. Блин. Тяжелый. А теперь ничья, да. Да, я могу вот это пожалуйста. Много. Ай, блин. Кушайте яйца на Пасху! Ну и вот, наконец-то, этот долгожданный моментище. На, куда его класть? Куда? Да эту не надо, а то прожгем. Разворачиваем. Вау. Так, фольга. Итого, смотрите, фантастика! Das ist fantastisch! Тихо, родной! Опа! О! А запах! Фотографию немедленно! Просто восхитительно вышло, пацаны! Замечательно, да? Да, сочные! Слава, не лезь в кадр. Твоя спина там никому не нужна. Разворачиваем. О, там что-то вообще. Это, как эта херня называется там у американцев? Брискет. Брискет на костре. Тут что-то тут. Как это развернуть все? Оно, глянь, пригорело там все. Горячее? Ага. Вот она. Ну. Вот она, настоящий пельмень. Вот это... Тихо. Вот это вещь. Вот это я понимаю. И шпик вот тот-то. Замечательный? Охрененный, блин. А вот это будем сегодня? Ну, конечно. Третью тарелочку. Ложится. Ай, горячий. Ну, что там у нас сейчас? Тут вообще просто бомба, да? Да, тут вообще жесть. Бля, вот
хорошо, что я того чувака посмотрел, которого учил так вот делать. Вот у нас... Тихо. Лена, она что разварилась. У нас благодаря ему все получилось. Вот такой вот вещь получилась. Да. Опа. Крутяк. Ну что, ребята, с Пасхой вас. Начинайте жрать, пожалуйста. Ребята, ходите весной в лес, это очень круто. Тем более на Пасху. Хоть сейчас уже и темно, но все равно дождя нет и вообще погода восстановилась. Завтра будет солнце.